Дарту оставалось всего несколько дней до смерти. Правда, он об этом и не догадывался, потому что не мог знать, что вскоре у его носа окажется отрава, приготовленная людьми. Таким Дарта нашла Катерина Загорская из Самары. Он весь день проводил у ворот одного дома, лаял, скулил, скребся, всячески пытался попасть внутрь, будто кого-то ждал. Как выяснила Катерина, раньше Дарт жил в этом доме. Но хозяева уехали и бросили пса, а он остался верно ждать их. Шло время, никто не возвращался. Но Дарт не терял надежды. Новые жители дома устали от того, что у их ворот шумит собака, и решили подбросить ей отраву. К счастью, они не успели этого сделать, Екатерина вовремя спасла Дарта. Она отвезла недоверчивого и взволнованного пса на передержку. Дарт оказался абсолютно здоровым. Только вот был истощен жизнью на улице без еды и воды, но это быстро исправили. Пес, окруженный любовью и заботой, раскрылся и покорил сердце Катерины. Она думала, что такого красивого парня быстро заберут домой. Но почему-то никто не спешил становиться Дарту хозяином. Не было ни одного звонка от желающих взять этого теперь уже жизнерадостного пса в дом. Шерстку Дарта, которая раньше была в колтунах, привели в порядок. А еще он не сидел на цепи у будки, а свободно гулял по квартире. Чудо случилось через год после спасения Дарта, его красоту и преданность по достоинству оценила семья Оксаны. Они жили далеко от Самары, и Катерина с тяжелым чувством отдавала им своего любимца, умницу Дарта. Но когда она увидела, как радостно несется этот пес навстречу новым хозяевам, сомнения отпали. Так и поехал Дарт в свою новую семью, где теперь абсолютно счастлив. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.